Вчера мы сыграли действительно очень плохую игру. Я не был доволен тем, как мы сыграли, как готовились, да и дисциплина была не на уровне. Особенно мне не понравилось, как мы играли с шайбой. Но вот сегодня у нас было собрание, мы посмотрели видео и хорошо потренировались. Да и в целом, тренировка удалась. А удалось ли уже разобрать игру «Торпедо» и правда, что вы в матче смотрите соперников ночью? Не так много ночью, сколько вечером. Вот Миша, человек, который отвечает в клубе за видео, делает для нас видеонарезку с тем, как играет «Торпедо». Сегодня я еще не смотрел, но завтра обязательно посмотрю. И, соответственно, мы все увидим систему игры «Торпедо». После этого объяснять ее игрокам станет намного проще. А вы знаете, как в прошлом году матч закончился для СКА здесь, и какие сильные стороны у «Торпедо»? Я не знаю, тогда еще не был в команде. Даже сейчас «Торпедо» не знаю так хорошо. Знаю, что за него играют два финских игрока, которых я тренировал в сборной. Это действительно хорошие хоккеисты. «Торпедо» в последней игре обыграла, кажется, «Локомотив» 5-0, поэтому должно быть хорошей командой. Сейчас в команде СКА есть травмированные игроки. Нуждается ли команда, может быть, в каком-то усилении? Если еще кого-то потеряем, кем заменить? Нет, нам не нужны новые игроки. У нас достаточно игроков в нашей собственной системе ВМФ и СКА-1946. Вот сейчас у нас на тренировке 8 защитников и 12 нападающих. Рясинского не было сегодня, но, возможно, завтра он сыграет. А еще Коростин и Гребенников показали себя в начале сезона очень хорошо, играя за нашу команду, так что проблем не предвидится. Ну, то есть можно говорить, что работа над усилением на, так скажем, дальний срок не ведется. К этому моменту у нас проблемы такой нет. У нас проблема наоборот, кого поставить, когда все здоровы. 3 или 4 человека просто смотрят на игру, так что к данному моменту мы в усилении не нуждаемся.